Так, ну що, шановні, доброго ранку тим, хто до нас доєднався, ну, а ті, хто з нами з самого початку. Як і обіцяли, будемо зараз говорити про їжу, і є таке народне прислів'я – ми те, що ми їмо. Сьогоднішній наш гость, приватний шеф-кухар Кирило Жданов. Доброго ранку. Розкаже доброго нам сьогодні ранку. Про найцікавіше. Так, Кирило, ви зайшли одразу смачною їжею, так, запахи, аромати ніби від вас пішли, так, і ти не відчуваєш, Макс? Я відчуваю зараз професійне таке, от шеф-кухар. Кухаря видно. Угу. Як, дивись, давай почнемо з того, як ти став саме приватним шеф-кухарем. Ну, це я на русском, можна? Да? Так, так, звичайно. Це почалось где-то 2 года назад. Я почав предоставляти услуги частного кетеринга, скажем так. Тобто я завел страничку так. В Інстаграмі, на Фейсбуці, там почав викладывать. Ко мне позвонили люди, говорят, вот у нас там будет день рождения, мы бы хотели, чтобы вы нам помогли, скажем так, вот, угу. С кетерингом. Да? Там у нас 20 человек условно, да, и вот хотели. Кетеринг, це що означає взагалі? Ну, это обслуживание мероприятия едой. Да? Так. То есть, как бы, ну, у меня небольшие, не корпоративные, скажем, там на 1500, а вот семейка есть, и они захотели у себя на даче устроить праздник. То есть вот они ко мне обратились, вот, и я приехал, там к ним все приготовил, красиво, классно, все. Через неделю мне звоночек от их друзей, говорит, вот были у вас на мероприятии, нам очень понравилось, у меня там через неделю тоже праздник, хотели бы, чтобы вы тоже для нас также вкусненько все организовали. Вот. Ну и появилась идея, то есть на те моменты я еще работал в ресторане, вот, как бы, ну, подумал, думаю, а почему бы не переквалифицировать себя, то есть уже багаж знаний у меня есть, опыта набрался, то есть поработал с разными кухнями, с разными продуктами, вот, и поэтому думаю, ну, можно пробовать, то есть завел страничку в Инстаграме, там какие-то фоточки начал выкладывать, и что самое интересное, вот у меня от этих клиентов, от первых, еще так. Вот там 4 или 5 людей пришли и говорят, что вот класс, мы хотим, вот, и как бы вот. И дальше я нашел одну семью себе тоже, которая был на дне рождения. Она, говорю, что я бы, в принципе, мог бы, там, если вам надо, заниматься закупкой продуктов. Да. Да, так как у них семья, 2 детей, времени по магазинам ездить нету особо. То есть на готовку тоже. Так. То есть оно как-то все в попыхах быстро. А хотят интересно, вкусно, как бы, и чтобы не заморачиваться. Да, потому что очень много времени на самом деле уходит на походы в магазины. Так. Там, на рынок. Это, ну, да, просто мрія будь-якої господині. Это даже не то, что просто походы, это стрессы, да, ты стоишь в очередях, там еще что-то такое, там пришел что-то, какой-то не тот продукт, то есть вроде взял хороший, пришел, а он нехороший, вот, и все, то есть как бы тут я освобождаю людей от вот этого вот всего, да, так. То есть беру на себя закупку продуктов, приготовление, там поддерживаю порядок в холодильнике, помогаю в подборе инвентаря, оборудования, да, то есть, скажем, организовать кухню, чтобы это было удобно, правильно, чтобы ничего не лишнего, щоб все було так. На своїх місцях. Скажи, яка в тебе кухня найулюбленіша? Ну, скажем так, это больше авторская. То есть у меня нету какой-то там вот прям, мне нравится и Европа, и Азия, и Америка. То есть это можно совмещать еще. Да, то есть как бы какой-то уклон, скажем так, я не делаю. Как любой профессиональный такой толковый шеф-повар, он в принципе никогда не готовит по рецепту. Да, есть базы, с которыми мы работаем, но то есть мы... Это творчество. Да, как у художника. То есть мы хотим что-то всегда сделать на свой манер. Да, то есть на свой вкус, то есть как бы особо ничего не изобретаю, то есть пользуясь теми базовыми моментами, ну там добавить что-то туда, нотки того, того, того чуть-чуть. От що, які такі рецепти ти можеш, щоб буквально 1-2 сказати, що нібито звичайна страва, але додавши щось, вона змінюється і вдосконалюється? Ну, наприклад, вот соус бешамель, то есть, допустим, очень известный, да, это мука, сливочное масло и молоко, то есть все, это база. Туда мы можем добавить, например, немножко рыбного бульона, да, и все, и это будет уже соус к рыбе, то есть чуть-чуть добавили чеснока, имбиря туда, все, вот уже другое, то есть вроде бы бешамель, как бы, но мы вот добавляя там по капельке чего-то, делаем абсолютно новый вкус. Слухай, а как мы можем урізноманітнити, например, такую звичайную кухню? Вот берем мы звичайный салат, там айсберг, помидор, огірок, там еще, какими деталями его можно урізнобарвити?
готовите? Ну, тут, то есть тут уже как бы заправка идет к салату. Угу. То есть там, допустим, вот медово-горчичная заправка, ну и какие-то, какие угодно. То есть, ну, чтобы не было банальное оливковое масло, да? Угу. То есть, там смешать оливковое масло, чуть-чуть чесночка, чуть-чуть зернистой горчицы, вот, в блендером сбили, уже класс получилось. Можно чуть-чуть имбиря добавить, ну, потереть на терочке и выжать именно сок. То есть не сам имбирь, потому что у него такая ворсинистая текстура, вот, а чисто вот именно сам сок выдавить. Вот, и он будет густой такой, как, не как оливковое масло, а за счет кислоты будет эмульсия такая получится, и он уже будет более интересный, будет чувствоваться именно вкус вот этой заправки. И это будет придавать пікантності, скажімо так. Тобто експериментувати з заправками, з соусами – це найлегше, щоб якось урізноманітнити страву. Так. Ти сказав, що ти розбираєшся у тому, як обрати, так правильно підібрати продукти, щоб вони підійшли, щоб вони були якісні. От які лайфхаки, які поради взагалі для господин ти можеш дати? От, наприклад, потрібно там піти на барбекю, так, що там стандартні овочі, м'ясо. Як обрати швидко і так, щоб вечірка вдалася? Ну, тобто овочі, в першу чергу, я рекомендую покупати на ринку. Тобто, звісно, да, можна використовувати... Не в супермаркеті. Ну, в супермаркетах, звичайно, не не очень хорошего качества, особенно если мы говорим о сезонности сейчас весна-лето. Да? То есть уже скоро фермеры, даже сейчас уже, вот, например, есть уманские классные ребята, которые занимаются выращиванием огурцы, помидоры. Вот брал, у них, во-первых, очень действительно, они не используют там пестициды какие-то. Вчера проверял, есть специальный приборчик, который проверяет уровень химических всяких. Вот, то есть можно обзавестись таким приборчиком, и ты когда ходишь, просто посмотри, там есть уже забитые нормы, ты вставил, опа, тебе показывают все хорошо или нехорошо, то есть ты уже выбираешь. То есть как бы определиться с первого раза с тем, какой продукт, ну, может быть, не так просто, то есть тебе в любом случае нужно попробовать, то есть, чтобы ты понимал разницу вообще между продуктами, да, то есть, допустим, один и тот же помидор, но он везде может быть разный, а особенно в магазине в сезон, то есть он не будет никогда в жизни таким вкусным, как мы. Ну, в магазине ты его и не спробуешь. Так, він зовні може бути гарним, так, як намальований. Ну, ти вже, коли знаєш, який хороший помідор, то есть ти його, ну, чуть-чуть щупаєш, то есть не треба брати отак от жмакати, як люди беруть. То есть ти чуть-чуть, от кончиками пальчиков так нежненько, знаєш, попробував, і все, і ти розумієш, він чуть-чуть м'ягенький або тверденький, все, понюхав, да, там, допустим, от він пахнет або не пахнет. То есть в будь-якому випадку, як-то ти должен для себе от якісь такі от критерії составити, пункти, по яким ти будеш вибирати. Не так, що ти забіжав так от, нахватав, то есть, то есть, ну, просто я гурман, я люблю получать удовольствие от приема пищи, да, то есть это как бы, ну, я особенно люблю, когда вот ты других кормишь и получаешь вот эти вот комплименты классные, ты смотришь на их реакцию, пытаешься удивить, особенно люди говорят, а, та свекла, я свеклу не ем, типа. А девочка потом попробовала салат, такая, ого, ничего себе, вау, звонит маме, говорит, мам, ты представляешь, я ем свеклу. Зовсім по-іншому вот, цей продукт есть, відкрився. Я вот не любил лук очень долгое время, то есть, ну, вот категорически, ни в каких его вот проявлениях, там, отец там все время, это попробуй, класс, это же там мясо, зажарочка, все. То есть пока я сам не начал его готовить. То есть сейчас я вот делаю там луковый конфитюр, я просто сам поражаюсь, я могу его просто ложками а есть. А як луковый конфитюр, як він готується? Ну, это вот, он же в простонародье карамелизированный лук, например. Так. То есть мы соломкой нарезаем лук, и на медленном огне, на сковородочке начинаем его постоянно помешивая, поджариваем, у него там сахар начинает выделяться, и он становится коричневым, карамелизируется, то есть, и опять же туда мы можем уже добавить потом чуть-чуть либо же бальзамического уксуса, либо же красного вина, то есть чтобы уже начинаем придавать нотки, скажем, да, то есть он будет классный, сладкий, так ну он и будет классный чуть-чуть, тоже. Да, классный, чуть-чуть кислиночки ему дадим, да, то есть чтобы у нас все рецепторы, то есть начинали, были задействованы, и тогда лучше вот ощущается, то есть когда у тебя и соленое, и кислое, и сладкая, и остренькая, то есть тогда начинает хорошо раскрываться все во рту, и ты получаешь удовольствие, потому что у тебя задействованы все рецепторы. Как-то. Ну, у меня зараз просто слина уже выделяется, я разумею, что хочется есть. Саму, кстати, я подготовил для вас подарочки. А что это у вас такие? Очень хорошо тоже к утру. Это глазированные орешки с корицей. Вот, очень классно к кофейку, пожалуйста. Как мне подобается, что нас уже начинают подгодовывать. Макс, а ще й такою смакотою. Ти, напевно, бачиш, що ми трішки схудли. Ой, я тобі дуже вдякую.
Слухай, давай поговоримо про те, яку ти найоригінальнішу страву за свою кар'єру готував. Ну, не знаю, їх было очень много. Ну, такая, что, знаешь, ну, запам'яталася. Я люблю мясо. Угу. То есть, вот, ну, не знаю, просто, ну, стейк для меня, как бы, казалось бы, банальный, так. Вот с овощами, но это просто идеально. Хотя в последнее время мы вот с женой меньше стали есть мясо, больше рыбу, морепродукты почему-то. Ну, вот как-то так вот захотелось просто жене, а я так. Уже ее поддержался. До речі, рибу. От для мене найскладніше обирати рибу, чесно зізнаюсь. Як правильно її обрати? Ну, во-первых, нужно понимать, что вся рыба приезжает во вторник на прилавки. То есть то, что там у вівторок? Она, да, привоз в четверг, там в некоторых магазинах, это она уже с оптовой базы. То есть самая так. Рыба, четвер, рыбный день. В любом случае, да, нужно желательно покупать в специализированных магазинах рыбных, то есть там действительно этому продукту так. Уделяют все внимание, угу. Да, как бы, и они, то есть хранение, там, как бы, все у них правильно. Вот, надо смотреть на глаза, то есть глаза не должны быть мутные, как туман, угу. Они угу. Должны быть прозрачные, как стеклышко такое, вот. Угу. И жабры. Жабры должны быть розовенькие, так. Не коричневые угу. Такие, все. Ну, конечно же, можно взять чуть-чуть, понюхать, то есть угу. Тут уже вы тоже будете понимать, то есть как бы, ну, то, опять же, нужно с чем сравнить, да. То есть, чтобы вы понимали, какая рыба як вот реально моя... самая свежая да. И какая уже вот полежавшая. То есть вы когда даже визуально видите, угу. То есть вот она лежит на витрине, вы смотрите, то есть шелуха, она блестит такая, не обветренная, угу. Не присохшая. То есть да, тогда можно смело, в принципе, как бы эту рыбку брать. Слухай, а як на твою думку, от рыбу прийнято готувати з лимоном? Чи можна цей лимон на щось інше замінити? Конечно, ну, можно сделать, опять же, таки какой-то интересный соус. То есть, в принципе, как бы вот мое мнение, то есть берем мясо, рыбу, не нужно каких-то там сверхмаринадов. То есть угу. Мы должны чувствовать вкус самого продукта. Так. А дополнить мы уже его можем да. Непосредственно вот соусом или каким-то интересным, угу. Скажем так, гарниром, правильно? Так. Вот, то есть для рыбы, например, тот же самый какой-нибудь сделать легенький соус, ну, лимон, он просто действительно, вот кислота угу. Хорошо подчеркивает рыбу. То есть можно растопить сливочное масло, добавить туда лимончик, чесночок, то есть как угу. Бы тоже вот оригинально. Там может быть каким-то чуть-чуть или уксус, вот бальзамический винный уксус, то есть не обычным уксусом, так. Обычный уксус угу. Сейчас вот, ну, я в принципе вообще не использую, только если что-то продезинфицировать так. Надо, например. Угу. А так как бы он очень кислый и такое. То есть, ну, вот какой-то вот недавно сделал лавандовый соус, то есть вот тот ой, же, ой, а тот, як? Вот тот же самый, вот казалось бы, бешамель, угу. Только я взял, чуть-чуть подогрел молоко и кинул в него пару листиков, не листиков, цветочков лаванды. Так. Класс. То есть он отдал молоку угу. Свой аромат, и все, и потом я уже, ну, довел до готовности соус, то есть и получился вот этот лавандовый аромат. Ну вот к белой рыбе. То есть вот не угу. Красной. Это мне навеяло. Были у друзей на даче, и у них там поле с лавандой. Ну, прям вот на участке. Угу. И мы сидим в беседке, и такой легенький ветерок, угу. И я лаванду. Хотя она мне, в принципе, никогда особо запах не нравится. Угу. Я пробовал десерты с лавандой. Но вот как-то слишком ее, когда много... Вот перебор, и вот эту вот лаванду, так. Она такая приторная становится, угу. Особенно еще в сочетании со сладким, вот крем-брюле пробовал, ну вот вообще не зашел. А тут думаю, вот если чуть-чуть вот ноток, то есть как бы, знаете, вот у меня уже угу. Такая база продуктов, скажем так, на языке крутится, так, и так, я так, вот так. Когда что-то хочу приготовить, то есть я уже себе где-то здесь вот на языке улавливаю, какой это должен быть вкус, угу. И вот если я беру, допустим, такую рыбу и добавлю вот это вот лаванды, вот будет оно сочетаться или не будет? Ага. Будет. То есть я себе понял, что какая-то белая рыба, типа вот сибас, дорадо, так. Что-то такое, можно попробовать. Вот, попробовал, ну и очень классно. То есть тоже, допустим, можно брать не сок лимона, угу. А цедрочку потереть, угу. Цедру лимона. То так. Есть так ее аккуратненько снимать, чтобы только угу. Желтенькая, чтобы белая часть вот угу. Это не попадала, потому что она будет горчить. А цедра, она придает вот немножко другой аромат. То есть угу. Он не кислый, а цитрусовые нотки. Вот именно слухай, такие. А ну, якщо ми поговоримо про червону рибу, от на твою думку, чим найкраще підкреслити смак там форелі, сьомги? Ну, можна попробувати, наприклад, класичні італійські пести з базилика, на самом деле, mm-hmm. Достаточно неплохо сочетається. Сирний з голубим сиром, плесенью. Тобто банально взяти сливки, mm-hmm. Там 20% можна взяти, можна 30%, тобто 20% буде чуть пожиже. Тобто ми за счет того, що туди ще додаємо сир, він mm-hmm. Теж є загустителем. Вот.
Класно, що к лососю взяти те же можна сливки, можна бешамель. Туди немножко соєвого соуса, імбірь видавили і немножко чеснока. Вот, пожалуйста, теж отличний оригінальний рецепт от іменно красної риби. Якщо ми говоримо про гарнір до риби, з чим найліпше смакує? Ну, как бы на вкус и цвет, как говорится, с овощами. То есть можно какой-нибудь рис, можно кускус, можно, ну, то есть как бы тут уже, в принципе, так, чтобы... Что, кто с чем любит? Вот спаржевая фасоль зеленая, хорошо, допустим, вот с этим лососем, да, или же аспарагус. То есть, ну, как бы аспарагус, он такой небюджетный вариант, скажем так, да, но там для гурманов иногда себя побаловать можно вот этим вот. Слухай, а соевый соус? Ты згадав про соевый соус, так. И вот цікаво, его можно додавати будь в яку страву? Чи є певні страви, з якими він поєднується найкраще? В принципі, можна в любу. Тобто його можна використовувати як замінитель солі, наприклад. Mm-hmm. Да? Тобто там додати в маринад, в якийсь м'ясо, або к той же, ну, к рибі соєвий соус. Ну, вот к красной, в принципе, можно. К белой она просто ну, покрасит цвет, и она уже не будет такой красиво привлекательной, скажем так, да? А, то есть, да, почему? То есть, те же самые салаты можно добавлять, вот мешать оливковое масло с соевым соусом. Ну, почему нет? То есть, оно... Только главное в меру. То есть, опять же, таки нужно не забывать, что соусы, бывают разные, да. То есть, есть концентраты, они термоядерные, соленые. То есть, так. Это нужно понимати і додавати чуть-чуть менше, да? Тобто є вже розбавлені соуси. Да. Ну, как бы... Слухай, Кирило, от сьогодні, можливо, ти знаєш, національний день перевернутого пирога з ананасами у США. Перевернутого. Я от хотіла запитати за твою таку шеф-кухарську кар'єру. У тебе було таке, що от, ну, словом, пиріг перевертався, або ну щось йшло не за планом, або страва, яку ти приготував, така коронна, щось пішло не так, підгоріло десь чи впало? Ну, лично у мене не було, але я от знаю, смотрел передачу одну інтересну, там про іменитих шеф-поварів. Так. Вот. І, значить, він розказував історію таку, як він придумав «Упс, этот пирог упал». Так, ага. Он так его и назвал, это блюдо. Вот, то есть было какое-то очень важное мероприятие, было 20 гостей, вот, всех уже покормили, это мишленовский ресторан, да. Конечно же. Вот, и тут су-шеф выносит десерты, и у них был там лимонный пирог, ага. Но он был не как пирог, типа, формы какой-то такой. То есть он был разобран по отдельности, то есть крем отдельно, ага. Там бисквит отдельно, или что у них там было, не помню, песочное тесто, то есть это вот оно как-то там должно было быть в композицию, но это же мишленов, не могут же они пирог принести, то есть он называется просто. Вот. И су-шеф несет блюдо или что-то там, и, короче, оно падает и разлетается там коржик. То есть, ну, я не помню подробности, но это вот в этой серии. И он говорит, я смотрю на него, он снимает фартук, разворачивается и молча начинает уходить. А я его зову, говорю, слушай, а ты куда? Он говорит, ну все, вы ж меня типа сейчас порвете на куски, наверное. Я тут запорол, это такая уже торжественная, важная у нас церемония. Уже страшный какая-то. Сон, мабуть, шеф-кухаря. Он говорит, а чего, говорит? Наоборот, классно, типа, говорит, мне нравится. Типа, ну, коржик у них еще запасной был, говорит, а давайте мы все. И они взяли на всех, вот поломали вот этот, и назвали его, упс, этот пирог упал. Класс. И это, мабуть, была коронна страва, взагалі коронный ну, вот, десерт. Да, скорее всего, то есть такие вот спонтанные вещи, как говорится, случайно. Так і з'являються шедеври. Да, шедеври да. З'являються. Слухай, а в тебе щось таке було спонтанне, але потім виявилося вау. Вау. Ну так даже не вспомню, оно у меня как-то, я стараюсь, чтобы оно все щоб время, все було вау, потому что даже вот работая в семье, да, есть что-то просят приготовить, то, что уже им понравилось, но все равно я стараюсь, как бы, вот я же говорю, там, допустим, та же рыба заменил какой-то чуть-чуть другой соус, чуть-чуть другой гарнирчик, то есть вроде бы продукт один и тот же, но уже ты воспринимаешь его, да, то есть мне нравится экспериментировать, то есть постоянно искать какие-то новые интересные вкусы, то есть да, конечно, я себе там пометочки ставлю, когда, допустим, он что-то такое есть интересное, чтобы там в дальнейшем там для кого-то можно было... Ты записываешь или запомнишь? Ну, иногда записываю, в основном запоминаю.
То есть, ну, как-то, не знаю, у меня, если вкусное сочетание, то все, оно у меня вот на языке осталось, и я его помню. От мені цікаво, смакові рецептори. Ти говориш, що ти, ну, настільки тонко відчуваєш, так десь там буквально трішечки лаванди і вже ці смаки. Як ти ці рецептори робиш так, щоб вони були отакі чутливі? Ти, можливо, постуєш, так? Тому що ми знаємо, якщо ми все підряд їмо, нам складно розрізняти смаки настільки гостро. Ну, это, скорее всего, від природи? Да, дар какой-то, как это в простонародье называют, потому что, ну, я никак не тренировал, ну, единственное, чем я тренировал, развивал, у меня до этого была интересная профессия, я работал бортпроводником в авиакомпании. Да ладно? Вот, в одной 10 лет, с 20 лет, и я путешествовал по миру. То есть для меня всегда, ну, как гастрономия, еще на тот момент не кулинария, а гастрономия, я любил вкусно покушать, то есть у меня родители, в принципе, вкусно готовят, вся семья, то есть все любят там застолья, там какие-то и разные блюда, да, то есть как бы, ну, там обычные привычные, да, там, как бы, блюда, а, ну, я уже потом, когда начал путешествовать, начал пробовать, еще тогда рестораны, допустим, начинали только появляться, но ты приходишь в китайский ресторан и прилетаешь в Китай, пробуешь еду, и ты понимаешь, ну, то есть в китайский ресторан у нас в Киеве-то это только название. Так, так. То есть это далеко от того, что, то есть, да, сейчас уже нам, когда люди попутешествовали, попробовали там, да, постажировались, то есть, да, у нас уже, в принципе, как бы, да, есть, вот. Слухай, як відбувся той момент, коли ти попрощався з авіацією і прийшов на кухню? Ну, закрили авіакомпанію. У мене з дитинства була, ну, от, как бы, не з самого такого маленького, вже, так. Когда, от, вже з юношевського, скажімо так, подросткового, мені хотілося свій ресторан, да, ну, или как-то связать свою жизнь, но как-то я не мог к этому прийти, потому что я вот работал в этой компании, да, мне очень нравится, потому что были путешествия очень много, да, то есть там где-то ты прилетел неделю, где-то там вот ходишь, отдыхаешь, то есть, грубо говоря, это твоя работа, да, ты поработал 12 часов, а неделю ходишь, то есть, и, соответственно, я, так как еще и пробовал, я и покупал продукты, то есть кто шел за вещами в магазин, а я шел в магазин за едой, то есть еще там, когда вот стейк американские покупал, вот которые сейчас уже, да, у нас, пожалуйста, есть, но тогда еще это было очень дорого, да, да, это можно было только в ресторанах, то есть так ты его даже не купишь, наверное. Я уже их возил, то есть там свежие креветки вылавливал сам с аквариума. Класс. Для меня класс. Это было, и я постоянно, то есть уже не работая в ресторане, я у себя на кухне, да, организовал творческую такую мастерскую, в которой я сам экспериментировал, читал, смотрел. Я же говорю, что в наше время сейчас это гораздо проще делать. Правда. Потому что есть и медиаподдержка какая-то, то есть ты зашел, посмотрел, там подчерпанул, почитал, посмотрел, да, тебе не надо идти в библиотеку, там, рыть тонну литературы, макулатуры сидеть, да, то есть, в принципе... Але я думаю, что как раз цей досвід, він и призвів зараз до того, что ты настільки орієнтуєшся. Вот, и вот эта палитра вкусов, скажем так, да, вот, и... повлияло, может быть, да, на работу моих рецепторов, потому что я много чего пробовал, я запоминал, то есть так как мне это интересно не просто, как бы, да, как повседневно, что, ай, съел что-нибудь, да, типа, накидал так, себе, так, забил так, желудок, так. И все, и побежал, то есть ты не заморачиваешься о вкусах, да, каких-то, о запахах, о том, что ты есть, какие продукты, да, вот, и... Мистецтво смаку, ну и мистецтво жити, врешті-решті, воно якось перетинається, взагалі, відчуття ці. Мы... Тобі дякуємо за цю надзвичайну розмову. Ти надихнув. Мені вже, от я дійсно чесно говорю, людина, яка сидить поряд, і вже від неї от відчувається такий смак, якийсь аромат, якась атмосфера. Там ти вже згадуєш там і французьку кухню, і італійську. Тобі вже хочеться там мандрувати і спробувати щось нове. Ми, ну, тобі дякуємо. Так, дякую. У нас у гостях був Кирило Жданов, шеф-кухар. Говорили про смак до їжі, нові смаки, нові відкриття. Ну і смак до життя, врешті. Я знаю, що те, що ви подивилися, вас вразило, те, що ви подивилися, для вас корисно. Ми розкриваємо ваші горизонти, але ще більше на YouTube-каналі «Правда тут». Ну і сижу я, знаєте, як Роден, і думаю, а чи увімкнули ви дзвіночок, чи ні? Ні, відповідь не приймається. Умикайте!